когда приехал президент, я не помню, какой азиатской страны, которая за 50 лет достигла максимума развития своего, потому что президент объявил курс, что тот, кто будет брать взятки и нарушать закон, будет жестоко наказаны. Вначале ему не поверили, но потом он стал сажать даже своих родственников. Эта страна сейчас живет очень хорошо за счет этого, потому что в стране все честные. И все честно получают свою зарплату и честно работают. Он приехал в Москву и его спрашивают, а как вам вот Москва такая? Все ждали, что он будет говорить, ой, какой красивый город, ну как всегда они говорят, так все прелестно. Прелестно, чудесно, он сказал. Вы знаете, это ужасный город, потому что здесь можно пройти 15 минут по главной улице и увидеть очень дорогие бутики. И бабушек, просящих милостыню в хорошей одежде. Алло, ну ты где? Так, давай, ты на какой станции? Ну, короче, на этой, на Охотном ряду выходи уже тогда.